Папарацци. Це правильно, сгорла. А наезд на пешехода тоже правило. А, нога! Ты выезжаешь. Полиция! Человека давят! Полиция, быстрее человека давят! Ничего не может делать. Определитесь, блин, с ними! Почему у них, почему у них не потребуют, вот такие вот роботы, почему им не потребуют документы? Что их нету, значит, не мешалось никому. Что она не мешает, стойте, не мешает. Не мешайте, стойте. Девушка, можно я дойти сейчас, встану сюда человек? Ну как стоишь, вставай. Ну хай стоит. Не встану там, сейчас встану и поедите. Вот тут хай стоит. Хай стоит. Хай стоит. Вы человека сбили. Мужчина, вы человека сбили. Что вы творите? Наезд. Снято, снято, снято. Только что сбили человека. Зацепили машиной. Юриста. Затримуйте. Затримуйте. Полиция. Працюйте, будь ласка. Полиция ведет газовую компанию. Причем тут не понимаю, зал посадил меня на крыло. А він не дивився в цю сторону, він дивився туди. Он туди смотрел, на поліцію. Сняли, як уже ви лежали здесь. Я немножко начал собрать. Я не успела, я думаю. У меня должно быть. Камеры, снимайте. Что мы тут стоим? Отлично, супер, видно. Оля, ну отойди номер чуть-чуть, малёха. Ни хера не видно. 6023NA, в начале АЕ. Покажите нам, ставить его. Да, иди там. А у него есть запах? Нет. Боже, вот это гургал, позорище, позорище. Дай наше лицо! Це горгас буде позориться на всю Україну, підвір! І у тих дальніх сім'ї, там самі розумні стоять! Одна яка не їсть, друга яка не воює! Тебе прикольно, так? У тих теж познімайте! Ганьба! 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 Горгазу! А что рабы? Позорятся, позор. Я у вас лично не свечу, извините, пожалуйста, я не специально. Мы заблокировали машину со всех сторон. Но наши пикеты всем по барабану. Что нам робити? Наша задача сейчас тут охранять порядок. Так, знову ви не праві. Він світив, він світив. Дитя, ви цього не бачите. А як тепер? Тепер ми вернемось. Молодці, ви вовремя! Они уезжать собрались, ура! Назад, Лёш, назад! Лёш! Назад! В упор, подъезжай! Подъедем, подъезжай! Он её
об'їдять. Що вони його об'їдять? Подожди, он сейчас, отойди. Отойдите. Не-не-не, еще чуть-чуть. О, пора. Все. А вот все, мы им отрасли. Втекайте. Так еще одну давайте. Нема машин больше. А вот ту, чья белая стоит. Она сзади будет вставать. Так он объедет эту суту. Сейчас он развернется. И просто надо сзади и отсюда посадить. Все. И сзади спереди посадить. Еще надо ничего. Оп, досы. Все, хорош. Гуси. Все. Вот тут и не выйдет, я. А сейчас вторая машина, нашу ставим мы сюда. Вот. Не, не тут. Сзади треба ставить. Просто заблокировать и все. А это не парковка. Все. Мы блокируем машину от противоправных действий, криворуж газа. Вы нам не обрезаете ящик ваш? А вы не хотите? Вы не жилец этого дома? Нет, я жилец соседнего дома. Да, будет у вас. Покажите документы. Знаете, что там предъявите документы. Не хотите установить их личность? Они ничего не нарушают. Они не нарушают. Но мы сейчас в пьяном виде. Вот. И, кстати, запах слышно. Запах слышно, и вы его точно ощущаете. Выражено. Правильно, наш дом, но жилец не наш. Расширенные значки. Давайте медицинскую экспертизу сюда. Чего это? Давайте. Давайте драйвер, я готов. Человек своими действиями ничего. Нет, мы не эксперты. Давайте сделаем медицинскую. Ну как это? Человек ходит и капает на ушки полицейскому. Вы имеете право проверить, да. Ну как? Начинает уже на машине. Давайте. Набирайте. Садите машину. Они не проверят. Женщина, выключите фонарик. А вы меня тоже снимаете. Я никому не снимаю. Вы меня тоже снимаете. Ну хорошо, я в лицо не буду светить. Но вы меня тоже снимаете, и вы не имеете права меня снимать. Снимайте. Мы, допустим, данные граждан. Украины, нас полиция, я имею право снимать. Ну, я тоже имею. Я тоже имею право снимать. Так как это гражданин Украины, согласно 307 статьям Гражданского кодекса, вы не имеете права его снимать. Мы имеем право. Мы не заходим на вашу частную территорию. Ну, я тоже могу снимать. У меня есть свои тоже права. Я снимаю. Все? В чем проблема? Могу и вас снять. Но у кого хочешь снимать. Так, попадает в кадр. Вот, товарищ. Оля, там в кадре с товарищем было. Пипке надо встать, ему надо выехать. А он чудовище выйдет. Мы тебя сейчас перенесем. Ира, нет. Если сзади поставить машину, никто не выйдет. Оп. Не просто заблокировать, а сзади встать, все. Я тут приеду домой сейчас, я тут выложу. У меня там страничка уже есть. Люди, отойдите, пожалуйста. Отойдите. Освободи место для маневра другой машины. Но мы все равно. Будет наезд на пешехода. Ох ты ж, ёханый бабай, как сейчас мы перенесем. Заговорили. Снимайте. Я вас прошу, милая. Я не буду. Можно я ее перенесу? Нет. Все, переносить мне никто не запрещает. Отойдите от машины. Отойдите от машины. Это вообще-то часто. И вас снимут.